Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, budushin.ru, budoblog.ru, korrektura.ru, drshilov.com. Это моя первая пробная трансляция. Нет, я на самом деле раньше пробовал, но у меня ничего не получалось. Не уверен, что и сейчас получится, но у меня есть желание теперь, когда я освоил немножко тему вебинаров, и хочется также начать свои трансляции и на Перископе. Связано это с тем, что очень много людей пишут мне по почте и в комментариях на моих ресурсах, на сайтах, в социальных сетях, что почему у меня нету пересмотреть потом это все, потому что ничто не заменит общение живого. Дело в том, что когда мы общаемся с вами на YouTube, я записываю свои какие-то видеоролики, и вы потом их на YouTube смотрите, это, скажем так, одно. Потом там появляются комментарии, которые часто теряются среди спама, ответов на вопросов как таковых не возникает. В прямом эфире есть возможность получить ответ на вопрос сразу. На какие темы я хочу вещать, значит, на Перископе? Вот. Так, еще хочу подключить аудиозапись. Значит, просто повторюсь, что хочу делать периодические выпуски, периодические обзоры на Перископе. Какие темы я хочу, значит, освещать? Ну, те, на которые чаще всего задают мне вопросы. А вопросы связаны с, прежде всего, тематикой тех ресурсов, которые у меня присутствуют в интернете. Это тема боевых искусств и, прежде всего, в области, то есть, ударной подготовки, постановки удара. Вот, это первая тема. Вторая тема связана с медицинской практикой в области ортопедии и травматологии. Это, прежде всего, профилактика спортивной травмы и специальных спортивных заболеваний. Вот. Также это тема функциональной подготовки и специальной силовой и физической подготовки для спортсменов. Тема коррекции фигуры, то есть изменение веса, похудение, приобретение кондиций, набора мышечной массы, снижение веса и снижение мышечной массы, в зависимости от того, какие стоят задачи. Спортивное и здоровое питание, мотивация, здоровый образ жизни. Вот. Это вот то, о чем буду говорить и прежде всего. Еще иногда буду, значит, тут, ну, как умничать на разные житейские и бытовые темы. То есть для меня тут будет вот некоторые темы, которые я там вот обсуждаю, размышляю, будут озвучены здесь, и мы сможем с вами на эти темы пообщаться. Поэтому, друзья, те, кто хочет такое вот общение продолжить, обязательно подписывайтесь в Твиттере на меня, тогда вы будете видеть, что выходит на Перископе, и когда бывают мои трансляции. Я, к сожалению своему, на протяжении долгих лет игнорировал эту социальную сеть, которая называется Twitter. В итоге у меня там очень мало подписчиков, в отличие от других ресурсов. Вот, и поэтому не знаю, как мне в Перископ народ пригласить, поэтому делитесь ссылками. Я тоже постараюсь на своих сайтах и ресурсах ссылки на Twitter дать, для того, чтобы люди могли видеть меня в Перископе. Будем там общаться с вами. Вот. Ну, а сейчас, на самом деле, я хочу проверить, как это все записалось, поэтому я свою трансляцию заканчиваю, это тестовое вещание. Вас еще раз просто попрошу, передайте ссылку на мой канал на Твиттере заинтересованным друзьям, ставьте комментарии в социальных сетях и ретвиты в социальных сетях. И в следующий раз, я надеюсь, когда мы с вами пообщаемся, уже народу будет больше и будет интересней. Всего доброго, спасибо.